легкий вариант, ең оңай варианты мына жерден далаға қаза салып отыр ғой қазір бұларға. Бітті. А ол жақта не болып отыр, оны никому не касается. У нас в Балхаше столько этим болеют, как их, ну вот раком-то. Легче заплатить штраф, чем поставить очистительную систему. Я уже практически не могу отдыхать просто так, спокойно на озере, на пляжу. Я вижу этот бардак, мусор везде. Это арбузы, дыни, большинство спиртные напитки. И когда я делаю замечания, люди остро реагируют. Хотелось бы, чтобы сейчас патрульная машина приехала и привлекли к ответственности. Ага, хорошо. Я думаю, я верно поступаю. Да, его оштрафовали. Но у нас нет меры, чтобы правонарушитель его убрал за собой. Қарасаңыздар уже көл болды. Тұнық күнінде ауастар, демаламайсыздар, сасып ататына. Қарасаңыздар, тура жағасында тұрғын үйлер тұр. Мына үйлерге қысы жазы осы иіс мазалайды елді. Ол біріншіден, ол екіншіден антисанитария ғой. Өздеріңіз білесіз, мындай канализацияның жанында адам тұруға ол невозможно ғой. Мынаның ар жағында 200 метр жерде Балқаш көлі тұр. Бұның астымен ол бір-бірімен қатынаса ма, қатынаспай ма, сол жаққа да кетіп жатқан шығар. Бұл канализация әйтпесе қайда кетіп жатыр? Бұл толып толып ешқайда кетпейді, көлге де кетіп жатыр. Ал ол жерден біздің балалар шомылады, сол жерден біз огородымызға су аламыз. Қайтадан соны өзіміз жеп отырып қой, получается. Я когда приезжаю в Балхаш, у меня где-то недели две такое ощущение, что у меня болит горло. Я сначала думала о том, что, ну, наверное, я тут как-то простужаюсь, заболеваю. А потом я поняла, что на самом деле это все из-за выбросов. Потому что очень четко чувствуешь вот этот привкус непонятный. И какое-то такое состояние немножко вот именно в горле першит. Потом проходит, потом вроде как привыкаешь. К этому привыкли и жители Балхаша. Проблема в том, что сегодня они не обнародовывают то, из чего состоят выбросы. Вот простое население, оно не знает. Что там говорить, мы журналисты не знаем. Мы понимаем, что что-то мы вот, что-то происходит ненормальное. Мы чем-то дышим непонятным, что потом болеем, что потом горло болит, дышать тяжело. Это один из крупных налогоплательщиков страны, поэтому и к нему, соответственно, такое отношение со стороны властей уважительное, снисходительное. Многие же там завязаны друг на друге. Это же понятно, о каком можно вообще говорить, да? О какой экологии здесь можно говорить?